Друзья, всем привет! Сегодня у нас важный разговор с Ольгой Васильевной Филипповой, доктором медицинских наук, врачом от Бога, пластическим хирургом. Ольга Васильевна, добрый день! Здравствуйте! А скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему сейчас такой бум интересов к пластической хирургии именно вот не к восстановлению, а к улучшению, условному улучшению, да, со стороны в основном и девушек, женщин? Есть мужчины, которые, да, стремятся к совершенству. Прямо вот почему действительно такой бум? И люди не боятся оперативного вмешательства, люди не боятся вложения денег, да? Почему? Как вы считаете? Я считаю, что потому у нас сейчас такой бум, что... Ну, здесь ряд причин. Первая причина, конечно, пластическая хирургия стала чуть более доступной. Uh-huh. Да? То есть, когда она только появилась у нас как специальность, пластических хирургов было немного. Вот операции были очень дорогие. Сейчас, если мы посмотрим вокруг, пластических, ну, клиник пластической хирургии их очень много. Их очень много, и достаточно высока конкуренция в этой области. И скандалов очень много. И скандалов. Да, мы сейчас, да, вот мы в СМИ мы уже видим, да, там есть очень много скандалов. И недовольные дамы, и врачи-шарлатаны, прям это сейчас тоже льется рекой в информационном потоке. Чем больше операций, тем больше осложнений. Да, то есть, ну, тут как бы статистика работает жестко, естественно. Ну, и будем говорить прямо, не все, далеко не все хирурги пластические, они выполняют, берутся за сложные операции, уже имея серьезный опыт, да, и берутся они, понятно, почему, потому что пластическая хирургия – это одна из самых прибыльных хирургий. Вот. Ну, отсюда, соответственно, и осложнения. Плюс это медиа, пространство, где... Все это широко рекламируется, где мы видим красивые лица, чаще всего с фотошопом, да. Да, где мы видим идеальные тела на обложках журналов, тоже с использованием фотошопа обычно все это делается. И вот этот вот культ красоты, вечной молодости, неувядающей, который присутствует и в СМИ, и везде, конечно, он откладывает отпечаток на людей. Скажите нам, как доктор... Как врач, это же не может пройти безвредно. Любая операция. Любое вмешательство. Я имею в виду именно по улучшению. Не то, что вынужденно, да, человек там прибегает, да. А именно по улучшению. Вот я захотел исправить. То есть это же наркоз, это же полостная операция, да, как правило. Это восстановительный период. И он же не пройдет потом бесследно. Ну, друзья, я хотела бы сказать, что... Любая операция содержит в себе риски. Любая операция. Вот. Но что касается пластической хирургии, это не полостные операции. Не полостные. Да, не полостные. Угу. То есть все-таки, если мы сравниваем полостную хирургию, которая, как правило, появляется в нашей жизни, когда случается что-то плохое, аппендицит, да, там, холецистит и так далее, это хирургия поверхностных тканей. То есть хирург выполняет все манипуляции, не проникая глубже мышечного корсета. Uh-huh. Да. То есть, по идее, эти пластические операции, они не связаны с риском повреждения там, крупных сосудов и так далее. Но когда пластические хирурги, вот мы сейчас поговорили о скандалах да. последнего времени, берут слишком большой объем, не учитывая исходное состояние организма, его возраст, слишком большой объем одного человека. Да, на одного всё, человека. То есть вот как мы недавно читали, да, там в прессе, опять же, я слышала от своих коллег, да, когда мы делаем одновременно и абдоминопластику, и липосакцию, и подтяжку лица, и там еще что-то. Области для липосакции у нас очень много. Здесь вот... Эта мода на большое количество операций на одном человеке за раз, она очень такая. Здесь нужно все тщательно взвесить, иначе можно декомпенсировать организм вот этим обширным вмешательством на всем, и на ногах, и на животе, и на лице. Вот. Поэтому к этому нужно подходить очень взвешенно. Риски, безусловно, есть. В вашей практике, не называя фамилий, был кто-то из известных в медиапространстве людей, кто к вам приезжал, кого вы оперировали, кому помогали? Ну, мы фамилии да. можно не называть. Ну да, у меня моими пациентами были известные люди. Я бы сказала, это были дети известных людей.
Шоу-бизнеса. Шоу-бизнес. Все. Шоу-бизнес. Понятно. Ну и все, слава богу, все хорошо. И да. Вы поддерживаете контакты. Да, все хорошо. Там одна семья ко мне еще приедет, у них многоэтапное будет лечение. Да, у них операция запланирована. Как но не по улучшению. Нет, это по именно операция по исправлению, да. Это операция по исправлению там определенного изъяна внешности, да. Для нас с вами не секрет, а многие зрители, которые впервые смотрят, не знают, но Ольга Васильевна спасает, помогает очень многим пациентам, которые являются подопечными благотворительного фонда «Алёша». И я, как никто другой, могу сказать о том, что результат работы доктора, он превосходит все ожидания. И скажите, пожалуйста, вот в вашей практике больше взрослых или больше детей? На сегодняшний день в моей практике больше детей. Больше. Больше. Но взрослых, количество взрослых, которые обращаются за помощью, тоже увеличивается. Взрослые люди в свое время, они не знали, куда обратиться с этой проблемой. Вот. Они думали, что в нашей стране такие патологии, которыми мы занимаемся сейчас, не лечат. А про какие мы говорим патологии? Сейчас я говорю про гигантские невусы. Вот это очень большие родинки, да. так называемые, да, невусы. Насколько это опасно? И чем это может быть опасно? Почему нужно это наблюдать? Почему нужно удалять? Родинки – это норма. Это когда норма. Родинка гигантских размеров, это порог развития кожи. Гигантский. Что значит гигантский? Насколько гигантский, чтобы мы понимали? Гигантский невус. Это невус, который в диаметре больше 20 сантиметров. Больше 20 сантиметров. До это 20, гигантский. До 20? Это крупный. Это крупный. Это еще можно, как говорится, закрыть глаза на это? Нет. Нет. Тоже нельзя на это закрывать глаза, потому что такие крупные невусы – это тоже не норма. И какие опасности здесь заключены в данном образовании? Все должны понимать, в том числе и врачи, и помнить о том, что кожа и нервная ткань образуются из одного зародышевого ростка – нейроэктодерм. И если что-то пошло не так в отношении развития кожи, то, к сожалению, это может сопровождаться и отклонениями в развитии нервной ткани. Особенно если мы видим невусы в проекции головного мозга, то есть волосистой части головы, да. И в проекции спинного мозга. Да? В таких ситуациях мы можем подозревать наличие меланоформных клеток, которые могут вызвать злокачественный процесс в оболочках головного мозга или в оболочках спинного мозга. Вот. Поэтому необходимо наблюдаться таким пациентом обязательно у невролога и делать МРТ с контрастированием. Обязательно с контрастированием. И второй момент. Гигантский невус это образование с риском перерождения в меланому. Причем в отношении именно гигантских невусов этот риск составляет почти 50%. Ожоги? С ожогами тоже стали поступать к нам, обращаться взрослые пациенты, вот, которые также, там, для которых было трудно получить там, квоту на лечение. Там, это очень долго, например. Иногда квот приходится ждать очень долго. Вот, которым нужно получить сразу большой объем хирургического вмешательства, которым нужно восстановиться быстро, да, потому что это необходимо либо для спорта, либо для каких-то бытовых нагрузок. Да, там, например, вот недавно у меня была пациентка из Москвы, четверо детей, пожар в доме. А у молодой женщины совсем плохо было с руками, тяжелейшая контрактура, она не могла ухаживать за детьми. Один у нее ребенок с ДЦП. И у нее был запрос на сразу большой объем хирургического вмешательства, чтобы мы восстановили обе руки одновременно. Вот. И учитывая ее ситуацию, мы на это пошли. То есть для очень многих людей такой путь, он решает все. Почему к вам идут? У вас есть свой уникальный метод? У нас есть уникальный метод. У нас довольно быстрые сроки реабилитации. Вот, мы придаем очень много значения эстетике. Вот, и, конечно, я думаю, что здесь еще играет роль наш неформальный подход к пациентам. То, что мы на связи с ними, то, что мы
ответственны за них. То, что мы продолжаем курировать их уже после того, как они получили у нас лечение. Для людей, на самом деле, очень важна связь. Когда они приезжают откуда-то в незнакомый город, да, и к врачу, которого они видели только в медиапространстве, в Инстаграме, ВКонтакте или по телевизору, конечно, они волнуются, особенно если это мама с маленьким ребенком. И возможность позвонить врачу, узнать, почему у ребенка там поднялась температура, почему что-то где-то покраснело, да, там поговорить, получить слова поддержки, это очень важно для людей. Я думаю, что к нам едут по трем причинам. Наш профессионализм, то, что мы стараемся все делать максимально красиво, и наша сердечность. Ну, вы абсолютно правы. Именно вот этот момент, где пациент в прямом диалоге с лечащим врачом, он настолько важен, вы себе не представляете. Это я вам говорю как человек с обратной стороны. Да? Я был как раз вот в апреле в Израиле, в известной клинике. Мы ездили на переговоры, там, где лечатся наши подопечные. И как раз вот я и до этого я разговаривал с доктором Полиной Степенской, и она всегда мне говорила тоже, что если с врачом нет коннекта, меняй врача. Врач должен быть всегда в доступе, да, врач должен быть в диалоге, потому что у пациента огромное количество вопросов, он ими не знает, кого засыпать, никто компетентно ему не может на них ответить, а это огромная помощь в выздоровлении, когда человек знает, что происходит, знает, какие этапы предстоят, и в диалоге, в прямом, прям, да, с врачом, это прям большой шанс успеха, так сказать, еще работа самого, получается, пациента, настраиваемость его на благополучный исход. Это очень важно. Но также мы как раз с вами и разговаривали, я после моей поездки, вернее, в момент моей поездки вот в израильскую клинику, мне задавали вопросы о том, что у вас в Петербурге есть такая доктор Ольга Васильевна Филиппова, которая забрала часть нашей работы, что очень много пациентов ехало в Израиль, в известные клиники, я даже могу сказать, это клиника Хадаса, которая находится в Иерусалиме, и руководство прям спрашивало, почему, что такого делает ваш врач, что к нам перестали ехать даже иностранные пациенты, не говоря о россиянах. И, честно говоря, мне очень было это приятно слышать от них, что пациенты, россияне, лечатся в родном Санкт-Петербурге, в России, и еще иностранцы приезжают к вам лечиться, потому что, ну, я понимаю, что ценник, цена лечения отличается в лучшую сторону в России, цена дешевле. И все, что с лечением связано, это дешевле, потому что там это все доллары, евро, это сумасшедшие космические это цены. Дешевле. Да. Но еще у вас вот получается есть уникальный какой-то такой вот метод, который вы применяете в своей работе. Мы лечим быстрее. Вы лечите быстрее. Лечим быстрее, у нас другой алгоритм. У нас другой алгоритм перевязок, и у нас другая техника хирургии. Именно когда мы выполняем второй этап, когда мы говорим о лечении с экспандерами. Я в свое время изучила работы и осложнения тех хирургов, которые занимаются тоже этим направлением в мире. И моя цель была убрать все отрицательные стороны такого лечения. Это осложнение, наиболее частое осложнение, это длительные сроки лечения. Вот. И разработать такую тактику, которая позволила бы свести осложнения лечения к минимуму, а также и эстетические следы вмешательства. Самая лучшая пластическая операция – это операции, которые не видно. Да. То есть, когда пациент не видит, что человеку была выполнена пластическая операция, это респект пластическому хирургу. Это именно то, к чему мы стремимся. Вот. И после любой операции консервативное лечение – это тоже наш колоссальный плюс. И когда я изучала работы своих коллег, я увидела, что консервативному послеоперационному лечению, направленному на стабилизацию хорошего результата, к сожалению, внимания не то, что уделяется мало, его вообще почти не уделяется. То есть его ограничивается назначением каких-то противорубцовых кремов, но этого однозначно недостаточно.
И вот сконцентрировав все сильные стороны и устранив слабые, судя по потоку пациентов и по их отзывам, как мне кажется, мы смогли создать что-то более оптимальное для людей. Но это не означает, что мы остановились. Мы, безусловно, будем совершенствоваться дальше. Ваши коллеги, западные, незападные, пытаются узнать ваш метод, перенять там как-то, как, если правильно, если имеет место быть такое выражение в коммерческих целях, чтобы его использовать, также получить поток пациентов, поток клиентов? Да, у нас, у меня было много запросов из регионов России, из отдалённых. У меня были запросы из Казахстана, у меня были запросы из Турции, вот, и из Австрии. Вот. Но на сегодняшний день я по всем этим запросам... В ответ улыбаетесь. Да, в ответ улыбаюсь. Поделившись методом, например, с заграничными коллегами, мы же не знаем, как люди его будут использовать и какие будут цены накручивать, как они будут на этом зарабатывать, как они будут относиться к своим пациентам, да, будут ли они надлежащим образом выполнять всю методу, которую вы разработали, да. Ну, да, я понимаю, здесь абсолютно вопрос неоднозначный и непростой. А скажите, пожалуйста, кто-то приезжал к вам после визита к заграничным врачам, на переделку, так сказать? Да, ко мне бывает же такое. Приезжают люди, опять же, их становится больше. Вот, их становится больше, наверное, потому что становится больше наша узнаваемость. Я буду откровенна, у нас сегодня такой с вами разговор откровенный. Я не всегда берусь за исправление чужих ошибок, да, не всегда. Когда я вижу настрой от пациентов, которые приехали, и понимание, да, то есть, конечно, людям хочется помочь всегда, да, но вот когда я вижу, что люди понимают, они понимают, что исправлять сложнее, что в медицине вообще нет гарантии, а уж когда ты встаешь на путь исправления чьих-то ошибок, да, ты же не знаешь, как человек работал, да, грубо говоря, что с чем он сшивал, да, в каком слое он работал, то есть насколько глубоки рубцовые изменения после этого хирургического вмешательства. Вот, когда я вижу, что люди с пониманием относятся к этому, да, там взрослые или родители ребенка, да, я им объясняю, что у нас впереди определенный путь, да, к сожалению, ну, одной операции может не понадобиться. Мы, как правило, если люди понимают вот это все, что мы не можем, к сожалению, гарантировать, что это попытка, да, мы беремся за это. И чаще всего мы все делаем успешно, да, то есть наши повторные вмешательства, они имеют успех. Иногда требуется еще одно вмешательство, но тем не менее мы обычно добиваемся поставленных целей. Когда я сталкиваюсь с родителями, которые, понятно, что они потратили много денег, они потратили много времени и сил, и они находятся в состоянии такой эмоциональной лоббильности, то есть, ну, люди на взводе, вот, и они приходят уже с таким запросом, что все, вы знаете, вот, вы должны нам вот все сделать так, делайте, чтобы мы что больше хотите, но... делайте, что хотите, да, но все, вот еще одна операция, мы устали, ребенок устал, мы больше не можем, мы там потратили много денег, и там вот, когда они начинают вот вести такой разговор, я просто понимаю, что они, скорее всего, будут недовольны в любом случае. В любом случае. Я прекрасно понимаю. Это все понятно. То есть этот стресс, в котором они находятся, он вообще абсолютно объясним, и он понятен. Но, на мой взгляд, с такими родителями лучше поговорить. И вот мы не то, что мы отказываем совсем, но это лучше отложить. Вот, это лучше отложить, потому что ты понимаешь, что, ну, с этим человеком тебя ждут очень серьезные приключения с далеко идущими последствиями. Вот. Поэтому здесь очень многое зависит от контакта врач-пациент. А есть такие случаи, когда не удается откладывать, что время не ждет? Не именно вот с переделкой, а вообще вот в вашей практике, что время работает против? Есть такие случаи.
И, к сожалению, такие случаи, как правило, касаются детей. Потому что все мы знаем, что ребенок отличается от взрослого. Ребенок — это растущий организм. И у детей есть периоды скелетного вытяжения. У детей есть период полового созревания. Это периоды, когда годовое скелетное вытяжение, удлинение длинных трубчатых костей может достигать 20 сантиметров. Да? И, конечно, на таких скачках роста, если у ребенка есть деформирующие рубцы или контрактуры, и я сама это видела неоднократно, у ребенка могут развиться вывихи в суставах. Mm-hmm. Вывихи в суставах, да, то есть кость вытягивается, а рубцы не дают нормально расти сухожилиям. И вот эта фиксация, жесткая фиксация пальца в сгибательном или разгибательном положении, она может привести к тому, что на росте у ребенка будет вывих. Дальше больше. Если случился вывих в суставе, то на росте потом мы получаем укорочение сухожилий, которые неадекватно растут, их рубцевание. Мы получаем укорочение сосудисто-нервных пучков. И вместо того, чтобы выполнить одну операцию по устранению кожных рубцов грубых, нам приходится удлинять сухожилия, нам приходится выполнять капсулотомию сустава, чтобы ее разогнуть. И нам приходится ставить аппарат вытяжения на пальчик для того, чтобы постепенно вытянулись сосудисто-нервные пучки и кость зафиксировалась в правильном положении. То есть это уже совсем другой объем лечения, и это уже совсем другая продолжительность реабилитационного периода. Поэтому, конечно, лучше не допускать до этого. А бывали ли в вашей практике случаи не очень благоприятного исхода? Бывали. Такие случаи. Скажем так, когда мы смогли ситуацию улучшить, но уже, увы, к сожалению, не смогли исправить. Приезжала к нам девочка из глубинки. Она жила в каком-то поселке, и, к сожалению, время там тоже было упущено. Родители не знали, куда обратиться. У нее была многоплоскостная деформация в голеностопном суставе с вывихами во всех суставах стопы, вообще во всех суставах стопы и вывихи пальцев. То есть у нее стопа была развернута к наружу и выглядела как веер. Она была вообще не опороспособна абсолютно. И когда родители этой девочки добрались до врачей, наконец, да, врачи предложили им ампутацию. То есть врачи сказали, у вас не опороспособная нога вообще, то есть она никогда не сможет на ней ходить, здесь ничего невозможно сделать. Нужно сделать ампутацию, поставить ребенка на протез, ему так будет лучше. Самый простой выход в управлении. Да, хотя бы будет ходить. Да. Вот. Но мама пришла в ужас. Девочка тоже пришла в ужас. На самом деле бывают такие случаи, когда протез функционально действительно выгоднее, но для человека расстаться со своим родным сегментом, выполнить такую колющую операцию, как ампутация, это очень тяжело. Это морально же, это убийственно морально. Это убийственно морально, это очень тяжело, действительно. Вот, поэтому, когда эта конечность все же живая, да, то есть это не гангрена, когда тут уже вообще без вариантов, да, а это живая конечность, которая чувствует, да, там, прикосновение, там, тепло, вот так вот взять, ампутировать ее, для людей очень сложно принять такое решение. Они стали опять искать врачей, естественно, вот и нашли они меня, вот тогда еще с моими коллегами, с которыми я работала в Турнера. И мы довольно долго занимались этой стопой. Нам все-таки пришлось ампутировать мизинец. На этой стопе нам пришлось, да, ампутировать мизинец, потому что он был вообще, то есть он был где-то уже совсем далеко от того места, где он должен был находиться. Вот, но 4 пальца мы сохранили. И с помощью аппарата Елизарова, остеотомии коррегирующих, пластических операций, мы опороспособность ноге вернули. Вот. Ну, вот такая история. А это ребенок пережил пожар? Или просто... Нет, там был не пожар, там она то ли наступила в костер, что-то такое. У нее был очень ограниченный ожог на самом деле. Он у нее затрагивал только стопу, голеностоп и верхние 2/3 голени. То есть он даже не доходил до коленного сустава.
Вот, то есть вот она куда-то провалилась, по-моему. Знаете, я уже как плохо помню, она провалилась во что-то горячее. У вас большая команда? Сейчас она насчитывает 7 человек. 7 человек. Это вот такие прям близкие-близкие коллеги? Да, это уже близкие коллеги. Единомышленники. Да, единомышленники. У нас уже, я бы сказала, есть уже даже своя школа. Вот мы недавно организовали с моим коллегой кафедру пластической хирургии, которую планируем развивать. Вот. Это люди, которые уже действительно, ну, понимают, почему все должно быть так, а не иначе, почему так лучше, у которых уже есть свои свежие идеи, иногда полезные. А есть люди, которые стремятся попасть в вашу команду? Я думаю, что такие люди... Конечно, есть. Есть. Да. Ну, нет, понятно, что вы, как говорится, не всех принимаете. Не все. Но есть желающие. Желающие есть. Очень важно не только, да, чтобы человек там был профессиональный, имел какие-то, да, навыки, да, там, имел какие-то знания. Очень важно совпасть энергетически. Да. То есть очень важно, чтобы энергетика человека, его внутреннее содержимое не шло вразрез, не вступало в конфликт с тем коллективом, с энергией коллектива, в который человек приходит. Это очень важно. Бывает же вот и у доктора, и у хирурга плохое настроение. Что-то случилось в семье, по дороге, кто-то испортил настроение. Нахамил, нагрубил. Ну, бывают же такие магнитные бури. А вам в этот момент оперировать. Как бороться, как это преодолеть? Ну, мы же прекрасно понимаем, что никто окружающий не должен, да, на себе это почувствовать, плохое настроение доктора. Но бывают же моменты, ну, действительно, прям, да, там с супругом кто-то, с близким человеком поругался, кто-то обматерили, нахамили, вышел машина, проколото колесо и разбито стекло. Ну, тысячи, может быть, моментов, и вы в этот момент едете на операцию, которая важная. Вот как сохранить баланс, так сказать, эмоциональный? Это сложно. Это сложно. Но бывают такие моменты, да? Бывают такие моменты. Я по пути на работу попадала в ДТП, и не по своей вине попадала. Вот, и бывали у меня ситуации, когда... Мне даже приходилось что-то отменить, но не из-за плохого настроения, а из-за того, что моему ребенку нужна была госпитализация. Отменить операцию. Да. А моему ребенку нужна была госпитализация. Просто это была ситуация. Ну, не отменить, перенести, скажем, да. Мы пытаемся все это выходить из этих ситуаций, конечно, с наименьшими потерями, но такое бывает. Что касается настроения, здесь нужно уметь переключаться. Нужно уметь переключаться, потому что, ну, очень важен настрой. Нужно всегда понимать, что ты идешь к родителям больного ребенка. И врач, он всегда донор. Врач — это донор энергии. И когда мы лечим пациента, когда мы оперируем, мы отдаем ему энергию на то, чтобы восстановить его жизненные силы, восстановить его здоровье. И поэтому... Когда ты приходишь на работу, нужно все отбросить. Я скажу честно, когда я оперирую, я не думаю больше ни о чем. Вообще ни о чем не думаю, я думаю только о пациенте. Но это пришло не сразу. И все равно бывают моменты, когда экстренный звонок по телефону, что-то еще, что-то ты пытаешься решить по громкой связи, но тем не менее концентрируешься ты всегда на том, что делаешь. Мне кажется, что это приходит с опытом. Контроль. То есть самоконтроль для хирурга, он крайне важен. Самоконтроль. Вот именно вот это психоэмоциональное состояние, да, и факторов извне, которые могут выбить из колеи. Могут выбить из колеи. Потому что во время операции, когда ты должен быть сконцентрирован, это влияет на концентрацию. Когда твои мысли где-то далеко, или когда в крови вырвет адреналин, да, все это может сказаться. Вот. А здесь на операции нужно, чтобы все было четко. Мне кажется, если хирург чувствует, что он вообще не может, да, вот в этот день. Вот я говорю, что был у меня такой день, когда у меня заболел ребенок, у него был отит, и по пути на работу мне позвонил муж и сказал: Оль,
у Влада болит голова. Стойкие головные боли у детей – это очень тревожный симптом. Очень тревожный симптом. Вот я поняла для себя, что я не могу, не смогу работать в этот день. Я развернула машину, и я приехала домой, я вызвала скорую помощь. И вы знаете, мы попали в больницу с подозрением на менингит. Угу. Да, из-за отита. Вот. Ну, сделали МРТ, в результате, слава богу, обошлось без менингита, но у нас был довольно тяжелый отит. И у меня муж лежал с ребенком в больнице вместо меня. Муж не врач у вас? Муж не врач. Не связан с медициной? Не связан с медициной, он связан с финансами, с экономикой. Вот. Но он лежал в больнице. К вечеру, когда я поняла, что ребенку легче, что менингита нет, я вернулась в свое работоспособное состояние. Наша медицина развивается. Как бы то ни было, как бы кто ни хотел, что бы ни говорил, да, наша медицина развивается. И вот в связи с этим я тоже хочу вас спросить, как вы считаете, придем ли мы в ближайшем будущем к тому, что умные аппараты, умные приборы, компьютер там заменят, например, вот руки хирурга? Ну, когда сейчас вот говорят про искусственный интеллект, про вот эти совершеннейшие роботы, да, которые там в микрохирургии сейчас нам много показывают. Мы видели там много в интернете, много в новостях, где микрохирургия, какие-то еще там есть такие манипуляции, где хирург там держит два джойстика и какой-то робот-аппарат. Это сейчас будет все больше и больше внедряться, как вы считаете? Я думаю, что это неизбежно. Неизбежно. Это прогресс. Прогресс, цифровые технологии, прогресс не остановить. Я допускаю, что роботы, конечно, на первых порах, я думаю, что они будут выполнять какие-то типовые вещи, какие-то типовые операции, потому что для того, чтобы заложить в процессы робота все многообразие изменений, да, в тканях, все многообразие изменений в тканях, ведь хирург иногда интероперационно принимает решение увеличить ему объем операции или уменьшить ему объем операции. Опять же, опыт. Какой у хирурга опыт и какой опыт у машины? Mm-hmm. Для машины, мне кажется, что основным препятствием для, на сегодняшний день для внедрения робототехники именно в большую хирургию, в сложную хирургию, да, вот именно отсутствие у машины опыта, да, оно на сегодняшний день является вот таким краеугольным камнем. Потому что хирург, он, работая с тканями, видя изменения патологические в организме, он же еще обращается во время операции к своему опыту. Да? И то, что может показаться подозрительным хирургу, интуитивно подозрительным, роботу может таковым не показаться. И вы же решение можете принять после вскрытия, так сказать, да? Вы уже примете решение, по состоянию внутренних тканей, органов. Понимаете, я работаю не по программе. Хирург работает не по программе, он работает по плану. Но иногда, и мы даже иногда информируем об этом родителей или пациентов, а когда у нас взрослые пациенты, что мы можем отступить от первоначального плана в случае, если. Да? И мы получаем на это согласие. Если мы говорим о пластических операциях, то здесь должен быть художественный вкус определенный. Он может быть разный у машины и у человека. Абсолютно верно. Да. И то, что врач может принять во внимание такой аспект, что внешность должна соответствовать внутреннему миру, да, там, например, внешность должна соответствовать тому, чем занимается человек. Вот есть люди, для которых, например, вот сейчас у нас пошел тренд в пластической хирургии на курносые носики. А есть люди, которые приходят и говорят: да, это женственно, это красиво, но нам не нравится. Я занимаю руководящий пост, серьезно, меня никто не будет воспринимать серьезно курносым носом. Поэтому вы мне горбинку исправьте, а кончик носа не приподнимайте. Мне нужно, чтобы я выглядела солидно. Это касается и мужчин, и женщин. Вот как в таком именно аспекте, именно когда требуется не только математический мозг, не только пространственное мышление, когда нужен эмоциональный интеллект проявить. Вот, возможно, это дело будущего, но до этого еще далеко. Будем надеяться. До такого уровня. Будем надеяться, что очень далеко, потому что все-таки действительно машина не сможет общаться с пациентом.
отвечать на все вопросы душевно и искренне, да, так, как хотелось бы человеку, находящимся на пути лечения, восстановления, чтобы действительно он слышал от лечащего врача самые позитивные мотивирующие слова, что не переживайте, все идет по плану, все будет хорошо, человеку будет от этого, конечно, намного легче. Машина не будет отдавать свою энергию. Самая длинная операция, самая долгая операция, какая была в вашей практике? Вот чтобы вы стояли или находились в операционной? 10,5 часов это у нас была операция. Беспрерывно, нон-стопом? Да, нон-стопом, но в середине операции... Приезжал курьер с едой. Нет, в середине операции к нам пришла анестезист, медсестра. Она принесла нам воды, и мы смогли через трубочку попить. Потому что, конечно, когда ты оперируешь, ты на самом деле этого не ощущаешь всего. Но когда операция заканчивается, понятно, что есть элементы обезвоживания. Вот, и понятно, что ты долго не ел. И когда уже операция закончена, все это ощущается прекрасно на уровне организма. А время, вот время в момент, когда вы делаете операцию, время летит для вас быстро? Для меня, да. Быстро проходит. Достаточно быстро, да. Потому что вы вовлечены в процесс. Я все время в процессе, да. Я могу посмотреть на часы и удивиться, что, ой, уже прошло 5 часов. Да, скорее быстро, чем медленно. Вы счастливый человек? Да, я очень счастливый человек. А почему вы так думаете? Ну, я каждый день еду на работу с радостью. И ощущаю, что я на своем месте. Это великое счастье, потому что очень многие люди, они находятся в поисках себя, в поисках своего дела, в поисках реализации для своих способностей. И я считаю это счастье, то, что я, пусть и случайно когда-то, оказавшись вдруг учеником медицинского лицея, да. Вы думаете, это случайно? Я не знаю, возможно, это провидение. Вот, но для меня на тот момент было неожиданно, что школа заключила договор с Академией имени Мечникова, и это случилось без моего участия. Да, для меня это было случайно. Что в медицине я чувствую себя действительно на своем месте, я ощущаю, что это мое призвание. Поэтому я абсолютно счастлива. Я счастлива, что моя семья приняла этот стиль в моей жизни. Вот. И я счастлива, что у меня есть и семья, и друзья, моя прекрасная команда, которая поддерживает меня во всем, и мои любимые пациенты. И я счастлива, что у меня получается, как правило, то, что я задумала. Ольга Васильевна, спасибо вам огромное за столь интересный и важный диалог. Я, в свою очередь, хочу пожелать вам успехов в вашей нелегкой работе, в вашей сложной работе, чтобы ваши золотые руки не испытывали даже микротремора, чтобы улыбка всегда была на вашем лице, и эта улыбка передавалась вашим счастливым пациентам. И чтобы также ваша семья вас... Я не хочу сказать, чтобы видела вас чаще, потому что иначе тогда пострадает ваша работа, пострадает то огромное количество пациентов, которые надеются на вашу помощь. Но я просто хочу пожелать, чтобы был баланс в этом. Алексей Владимирович, спасибо вам большое за душевные разговоры и неоценимую помощь, которую вы нам оказываете. Нашим зрителям, нашим дорогим пациентам и просто нашим зрителям я желаю крепкого здоровья. Это самое главное. Я желаю вам счастья, гармонии в ваших семьях. Желаю вам мечтать. Мечтайте, а мы будем стараться воплощать ваши мечты.